Всем привет! Сегодня мы снова встречаемся с Рыбой Морзе и с нашими гостями. Передача будет насыщена встречами. Мы с вами встретимся с первыми, как я считаю, профессиональными клипмейкерами нашего города. Снова встретимся с группой «Пластика», а также, на мой взгляд, с единственной женщиной, режиссером альтернативного кино Еленой Набель. Видимо, пришло время и для нашего города, и у нас появились первые, на мой взгляд, профессиональные клипмейкеры. Не то чтобы кино не снималось и клипы не снимались до того, но они, как правило, были безбюджетными и не требовали специальной техники и специальной технологии. К этой первой работе ребята относятся как бы снисходительно, замечая все свои недостатки и ошибки, но дело, в общем-то, не в ошибках. Имеющие уши да услышит, имеющие глаза да увидит. Я побеседовал с ребятами, и первый вопрос я задал Андрею Яковлеву, который известен в нашем городе как мастер-фотограф. Мне было очень интересно, а когда же все-таки Андрей начал работать с музыкантами? Очень давно. Я вообще, у меня специализация такая, тетенький музыкант. Всех почти снял в этом городе, кроме молодых и ваших. Мне нужна была курсовая работа. Влад однажды принес свои фонограммы, свои группы, о которых я раньше не подозревал, на студию. Я послушал, удивился, сказал, что теперь буду фанатом этой группы, и предложил записать им быстро фонограмму. Первая работа, естественно, делалась ради того, чтобы показать себя, свои возможности. Поэтому она делалась, естественно, спонтанно, нельзя говорить о какой-то там сложной драматургии, допустим, как клип делалось, как задумывался, как серьезное произведение, что это будет, ну, не знаю, шедевром, допустим, удмуртской видеопродукции, но просто хотелось сделать клип для своей группы. Да не слушайте, вы работаете, он пишет. В последнее время выясняется, что делать клипы можно в Ижевске. Другое дело, что приходится эти клипы делать на собственном энтузиазме. То есть финансировать эти клипы пока никто не в состоянии. Быстрее! Ну тебе быстрее! Мы начинали снимать клип для абсолютно другой песни. То есть это была такая немного непонятная, воздушная, атмосферическая песня, задумчивая, немножко заунывная, вот. И когда прошли первые два дня съемок, вот, мы сели в студии и начали думать, что может получиться уже из снятого материала под эту песню. И зашли в полнейший тупик, потому что вот снятый материал немножко такой экспрессивный, немножко такой жестокий, вот, он никак не ложился вот под этот воздушные песни. Вот. А потом пришла идея наложить это видеоизображение на абсолютно другую песню. Гитарную, ударную такую, сильную, скажем так. Вот. И поэтому сразу пошла работа. Возьми так, и прямо. Да мне совсем просто работа. А я им волю не даю. Они меня все делают по команде. Более интересно работать все-таки по продуманной схеме. Импровизации, они должны быть продуманными. Но мы сняли клип «Пластики». Он получился таким, потому что действительно поджимало время. И мы сели за монтаж, не представляя, каким получится этот клип. Смешная камера. Ну, конечно, ты в результате, конечно, не подозревал. А идеи сам выдаю. Некогда слушать. Кто-то там выработает сейчас, вот сейчас придумает, это долго все очень, муторно. Это будет спорить, что-то лается. Ну, просто взял, сказал, ты сюда, делаешь это и все. Давай двигайся туда, сюда, может пешком ты... В Москве, допустим, можно общаться с профессиональными сценаристами, а в Ижевске не то чтобы профессиональный сценарист, да даже и похожие режиссеров-то нужно еще поискать. Очень много дает общение с такими профессиями. В Ижевске об этих профессиях говорят, может быть, потому с пренебрежением, потому что не знают, что есть такие люди, у которых хлеб – это писать сценарий для фильма.
на самом деле начинаешь глубже понимать драматургию того, что ты делаешь, потому что оператор в первую очередь должен заниматься тем, что он умеет делать, и он не должен писать текстов. Ситуация-то какая была? Завтра снимать надо. Ничего не придумали. Не поспал ночью там, часа 2-3. Придумал, так, сейчас про жизнь про мою буду снимать. Благо, что реквизиты все есть. Сняли и сняли. Ну нет, ну относительно было так, какой-то сценарный план, как-то за ночь там даже кадрики нарисовали, там штучек 10, как все. Кстати, по ним кадрикам сняли довольно тихо все. То же самое можно с фильтрами было сделать. То же самое можно было фильтровать. Многие люди работают долгое время в Москве, возвращаются в Ижевск, пытаются найти здесь работу. У меня есть много друзей, которые возвращаются, находят здесь работу. Мне кажется, они лишаются атмосферы определенной, какого-то ускоренного ритма жизни, который им сопутствовал там, допустим, в Москве, в Петербурге. А в Ижевске сужается круг общения, поэтому я считаю, что нужно изредка выбираться отсюда. А в том плане я не хочу совсем уезжать куда-то там жить и работать. Мне кажется, что нужно сессионно находиться то здесь, то там. Первое на меня впечатление, что произвело, это был шикарный мультик «Алиса в стране чудес». И именно внутри этого мультфильма мне как раз хотелось оказаться. Тот сказочный мир, тут какое-то таинственное, что-то, нечто необычное, недоигранное, недосказанное. До сих пор бы вот уже хотел бы оказаться внутри этого мультика, внутри этой сказки, в каком-то другом, немного необычном, немного задумчивом, нереальном мире. Думаю, что это спонтанная работа, она первая, и вряд ли следующие будут такими. У меня мечта снять какую-нибудь глобальную работу в горах где-нибудь. Я бы хотел снять стилистику чего-нибудь Голливуда такое. Дорогой, размахнулся. We'll be right back.
главным событием, то, что вот случилось за прошедшие 2 или 3 месяца, это было все-таки то, что мы сделали свой первый клип. Вот, послали его в город Москву, где он появился на широких экранах в программе «А». Появилась возможность сэмплировать звуки, а это во многом делает богаче музыку, помогает воплотить какие-то идеи, которые мы раньше не смогли бы воплотить без техники. То, что сейчас мы делаем, это более как бы модно и прогрессивно, атмосферично, может быть. Мы все более дальше отходим от стилистики гнидрока, который пропагандируется в нашем городе. То, что вот спросили, исчезнет ли такая гитарная группа, как «Пластика», я думаю, нет.
Вы имеете в виду, это рекламная кампания, которая развернулась вокруг несказанности и сказочности наших текстов. Ну, я немножко приоткрою завесу. Первоначально тексты, которые написаны, они вообще не имеют никакой тайны. Это чисто английский текст в английском языке с правильной пунктуацией и синтаксисом. Затем данный текст корректируется на звуковые особенности звучания вокала, допустим, музыки. И поэтому кое-какие слова заменяются и искажаются, чтобы они приобрели новое звучание. Они становятся уже менее понятными, но все равно носят первоначальный смысл. Наши слушатели думают, что мы поем на английском. Западный слушатель будет думать, что мы поем на русском.
прежде всего, когда что-то собираешься делать, начинаешь записывать новую песню, снимать клип, это первое, то, что, о чем думаешь, это как откликнется это у зрителей, у слушателей. Для меня, допустим, было очень бы приятно, чтобы это вызвало не удивление, а шок. Но я не считаю, что, допустим, это может расходиться с интересами людей, которые уже давно слушают такую музыку, которые с ней глубоко уже завязаны. Просто мы изначально организовывались как группа, которая, ну, возможно, будет воздействовать на широкую аудиторию. То есть мы все люди с очень большими запросами, и останавливаться на каком-то определенном контингенте людей мы не собираемся. Мы остаемся теми же самыми людьми, то есть внутренне мы не собираемся меняться. Мы какие уже были на протяжении 3 лет, такими мы остались. Если бы у нас что-то менялось, допустим, то тогда бы сказывалось на музыке. Мы вот пока остановились на том уровне, который сейчас у нас есть, и попытаемся сделать, ну, удивить кого-нибудь. У нас на очереди первая женщина-режиссер ижевского альтернативного кино Лена Набель. С ней встречается Антон Янсен, и они размышляют о друзьях, о творчестве и о жизни вообще. Лена, вот я посмотрел твое кино, оно снято, первое фильм, в 92-м году. Я вспомнил, что я был безнадежный юн и попытался представить, какое это было время. То есть, как бы я тогда же ходил по улицам, и все это чувствовал, что что-то творится в городе, что-то происходит. Просто проходил первый фестиваль экзотики у нас в городе. И получилось так, что спонтанно я решила что-то снять, что-то показать свое. Ну, как это всегда бывает со мной, случайно начала заниматься фотографией, мне этого не хватило. Мне захотелось, чтобы картинки двигались, и я решила сделать кино. А тут еще экзотику можно показать, так здорово. Я решила сделать свой фильм. Он был очень спонтанный, он был очень стихийный, он был очень душевный. То есть, как бы, он был очень эмоциональный и женский. Это мог бы быть мужчина, который снял бы этот фильм? Нет, этот фильм могла снять только девушка, женщина. Нет, этот фильм... Это мой фильм, это как бы моя душа, это моя стихия. Я так много говорю «моя», но просто сейчас говорим как бы об этом фильме. То есть о первом фильме, mm-hmm. да? Вот. Нет, мужчина не мог бы сказать этого, но мужчина чувствует то же самое, просто может быть немножко по-другому. Нет, наверное, сняла бы его только женщина. Вообще людей много хороших, и среди них есть отдельные, которые особенно каким-то образом тебе представляются приятными. Сижу я дома, я был очень молод, звонок, звонит девушка, говорит: «Привет, я Лена Набель, приходи ко мне в гости». Это было 8 лет назад. Вот. А потом мы дружили, а потом я снялся у нее в кино. Она может передавать энергию положительную, причем заряжает очень чисто эмоционально. Друзья, которые помогали тебе в создании фильма. Невозможно говорить о фильмах, не сказав вообще об Ижевске. Об этом можно писать мемуары. Просто-напросто. Как бы о Ижевске, о их людях, о моих друзьях, о фильмах, о музыке, которую они делают до сих пор. Она приходит такая, у меня, говорит, такая идея. Нужно написать так, спеть так. То есть мы садимся и делаем. Сколько я знаю, ты принимал участие в создании музыки? Ну да, принимал. Я ее создавал, я не принимал участие. Я принимал участие в создании фильма. Это была песня, в принципе, записанная для нее. То есть и написанная для нее. А кем написанная? Мной. Это было мной.
То есть текст и музыка. Текст и музыка. Отлично, очень хорошая песня. А дальше что было? А дальше девушка по имени Лена Набель снимала фильм, про себя, в принципе, снимала фильм. И я помогал ей в этом. Самая первая вещь, она была настолько ничья, а только моя, что как тут нету мужского начала вообще. То есть есть люди, которые помогали мне, есть мои великолепные друзья, которые были со мной рядом, но как-то завертелось все так, что они выполняли то, что я хочу, и они делали то, что я вижу, и то, что и как я думаю. Я пытался что-то там свое помочь, в смысле, от своего имени. Вот так немножечко. Нет, дорогой, сиди, это мое, не слышно. Объединяются все живущие в городе музыканты, художники, поэты. Это симптом или что? Это действительно такой какой-то Нет. выход, спасение, что все вот объединяются и получается какой-то синтез? Это урбанизация, это социум, это культура, это искусство, это искусство. Невозможно заниматься одним. Невозможно снимать только фильмы, невозможно фотографировать. Заводской город, город, где дымят трубы, где люди встают в 6 часов утра на работу, ты ярче чувствуешь не свою индивидуальность. Нет, когда заходишь в троллейбус, не чувствуешь, что вокруг мясо. Нету такого абсолютно чувства, то есть есть чувство какой-то сопричастности, и что ты тоже являешься жителем этого города, и что ты тоже живешь этой жизнью, но вот как бы души, которые что-то ищут, к чему-то стремятся, как-то хотят себя выразить, к ним просто прикипаешь, наверное, просто видишь их, цепляешься за них и ценишь их больше, и видишь в них многоликость и яркость, резче. Знаешь, вот ты когда говорила о том, что прикипаешь к этим людям, ну, я по-своему понял, что своеобразное растворение какое-то в этой массе. Ты не чувствуешь, что твое «я», твое эго размывается, некоторые этого боятся? И вообще было ли вот то, что твое эго начало постепенно разрушаться? Нет, во-первых, я вот говорю «я», и в противовес этому говорю, что стремлюсь к разрушению своего эго. Но чтобы разрушить его совсем, наверное, не стоит жить вообще ни в каком социуме, а стоит уйти в лес. Несмотря на это, наоборот, все наоборот. Чем больше людей, окружающих меня, чем больше в них интересности и того же самого эго, тем для меня это лучше. Ну, в общем, это здорово. Это дает мне почву для размышлений. Вы планируете вместе сделать что-то еще? Вместе именно? Вместе? Да. Ну, все может быть. Может, мы женимся когда-нибудь. Даже. У меня с Леной Набель особенные отношения. Да. Потому и кино снимали. Не, я тоже человек хороший. И вот, наверное, поэтому Лена меня пригласила. Как хорошего человека, не как музыканта. Как хороший человек хорошего человека пригласила сняться в хорошем кино. Феномена Лены Набель вообще нет и никогда не было. Есть феномен города Ижевска. И когда Саша Юнина сказала это несколько лет назад,
я была очень удивлена и потрясена этим, потому что для меня Ижевск был всегда обыкновенным заводским городом. Я почувствовала, что действительно в городе Ижевске есть о чем рассказывать, есть кого показывать. Мы стараемся просто так живем. И я думаю, что просто-напросто вот в этом интерес Ижевска, в том, что в этом городе есть люди, которые, ну, не хлебом насущным, наверное, только.
Але моды, але моды, тавэву пателяку. Але моды, дэйсэго. Тавэву пателяпье. Але моды, але моды, тавэву ляплеяпье. Але моды, дэйсэго. Тавэву пателяпра. Але моды, але моды, тавэву пателяпра. Аля моды дешану, тавы бухателены, аля моды, тавы бухателены, аля моды дешану, тавы бухателены, аля моды, тавы бухателены. Сказать до свидания, ждите нашего появления в следующем месяце. А на прощание я вам могу сказать о том, что мы готовим новую рубрику «Грант», которая будет посвящена альтернативному кино нашей страны. Благодарности за эту рубрику вы можете передавать Министерству культуры Франции. Ну а теперь я прощаюсь с вами. Александр Юминов, Рыба Морзе, привет!